Здравствуйте, уважаемые нумизматы. Мы находимся с вами на метро Китай-город. Мы находимся в переходе. Здесь мы поставили новую точку продажи монет. Недавно, то есть около месяца, она у нас стоит. То есть стенд находится немножко в глубине киоска. Здесь продаются советские юбилейные монеты. Вот, и ходячка советская. Давайте посмотрим, как интересно выглядит стенд. А вот посмотрим, сейчас вот тут подошли к нам покупать монеты юные нумизматы, наверное, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы что, интересуетесь монетами? Да, я увлекаюсь монетами. Ну, а вот почему вас вот этот ассортимент монет привлек? Вам нравятся советские монеты? Здесь мне понравились юбилейные монеты. Я знаю много из них. А, ну то есть вы давно собираете, да? Достаточно. Долго. А какая у вас юбилейная монета советская больше всего нравится? Голова Ленина. Наверное, потому что она у вас у нас не так дорого стоит, да? Кстати, вот я заметила, что у вас цены на самом деле не очень дорогие печатки. Ну понятно. Скажите, а как вы можете разглядеть этот стенд? Он же очень маленький. Вы, наверное... Ну, у кого хорошее зрение, тот вы увидите сразу. У кого не очень хорошее зрение. Можно спросить у продавца. Если вы интересуетесь монетами, вам продавец сразу скажет цену. Ну, понятно. Ну, скажите, пожалуйста, вы в будущем планируете собирать еще монеты, нет? Я еще не знаю. Как пойдет. Ну, в зависимости от денег, наверное, да? У меня же доход не очень большой. А сейчас. Как вы вообще добрались до этой точки продаж? Как вы ее обнаружили? Ну, вообще, я ехала с юго-западной, наехала до Лубянки, пересела на Кузнецкий мост, с Кузнецкого моста доехала до Китай-города и вышла с последней погодой из центра. Ну, понятно. То есть вы, наверное, посмотрели нашу рекламу, мы недавно публиковали информацию о этой точке, да? И, наверное, пришли посмотреть, да? Да. Понятно. Ладно, спасибо вам. Удачного коллекционирования. Вам тоже, до свидания. Ну вот, видите, к нам подходят периодически люди, спрашивают про монеты. Мы консультируем, как можем. Тут в киоске по продаже монет на Китай-городе опытные продавцы. И на стенде расположены не все монеты, а часть монет находится в коробках. И вы можете спросить дополнительно про монеты СССР. Вообще весь ассортимент русской монеты расположен на сайте «Русская монета». И поэтому мы вас ждем здесь, в нашей относительно новой точке, где-то месяц, продажи монет на метро Китай-городе. Здесь вы всегда можете найти советские монеты. Всего хорошего. С вами был Дмитрий из компании «Русская монета».